Привет, друзья! Это канал Goodfood, с вами Нона. Предлагаю вместе готовить куриные ножки со сметаной и сыром. Итак, нам понадобится... Чеснок пропускаем через пресс. Добавляем соль, перец, приправу для курицы. Все перемешиваем. Потрем смесь в каждую ножку. Обмакиваем каждую ножку в сметане и перекладываем в противень. Посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 30-40 минут. Вот, друзья, ароматные сочные куриные ножки уже готовы, подаем к столу. А список ингредиентов вы можете найти в описании под видео. До встречи! Пока!